Суприм Банда – это самое мистическое место, где мы только были, ведь по легенде здесь живут настоящие русалки. Есть даже очевидцы, которые их видели. Как вы познакомились с русалкой? Она убила моего сына. Мы видели тысячи фото и видео этих существ. Они выглядят как чудовище, наполовину рыба, наполовину человек. Их строение скелета выглядит до жути страшно. Именно здесь я собираюсь запустить свой новый подводный дрон, чтобы заснять эту русалку и жертв, которых она убила. Именно поэтому, банда, давайте на этом видео наберем 30 тысяч лайков. И тогда я попытаюсь заснять ее с обычного воздушного дрона. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит информация про разных морских монстров. Так что, бандит, скорее чекай описание, ставь лайк, а я тем временем запускаю свой подводный дрон. Погнали! Итак, банда, как видите, солнце уже почти зашло. Мы специально выбрали такое время, когда русалка начинает свою охоту. Ведь именно когда начинается ночная рыбалка, она нападает. И рыбаки, которых она успела утащить под воду, даже не успевают понять, что с ней произошло. Просто жесть, посмотри на эту лодку, ты видишь? О, да. Ее просто перевернули, как будто показывают, что сюда лучше не сходить на лодках. Но мы каким-то образом смогли это сделать. И тем не менее, давайте останемся здесь и запустим мой дрон. Похоже, что именно здесь и живет эта русалка. Добрый вечер, вас зовут Иван? Да. Как вы познакомились с русалкой? Она убила моего сына. Как это произошло? Мы были на речке, ловили рыбу. Я стоял на берегу, а он зашел в воду. Она схватила ее за ногу, потянула под воду. Потом появилась кровь. Она его разорвала? Да. Но мы тело так и не нашли ее. Сколько лет назад это было? 15 років. Так давно? Да, с того часу пропало много рыбаков. Вы еще рыбачили на том озере? О, черт. А как называлась та речка? Лагуна русалок. Лагуна русалок? Как думаешь, ему можно верить? Не знаю, говорит он очень убедительно. Как они убивают? Они поют специальную песню, которая завлекает моряков и рыбаков в воду. После чего они их затаскивают под воду и просто убивают, а затем съедают их плоть. Ни одного тела так и не нашли, саму одежду. Много было жертв за все это время? Каждый день. О, черт. Что бы вы нам посоветовали делать, если мы встретим русалку? Ничего, вы не сможете от нее втекти. Что мы будем делать, если увидим русалку? Ничего, мы просто умрем. Тем не менее, банда, я уже запустил подводный дрон, и он уплыл куда-то туда. Давайте же нажмем на кнопку погружения, опустим его под воду и узнаем, что здесь происходит. Итак, банда, кнопка погружения, он уже опустился на самое дно. Я уже запутался в водорослях. На самом деле, очень страшно, что русалка может словить и уничтожить мой дрон. Нужно быть аккуратнее, чем обычно. И я уже вижу какие-то затонувшие поплавки. Неужели это рыбака, которого эта русалка убила? Просто посмотри. Видите, как же это крипово выглядит. Особенно, когда знаешь, что это вещи мертвеца, которого убило неизученное существо. Это только начало, а мы уже нашли вещи, которые, в принципе, подтверждают все эти легенды. Эти поплавки явно здесь лежат не просто так. Тем не менее, давайте плыть дальше. И вы только посмотрите, сколько их здесь. Это все явно не одного человека. Как говорили очевидцы, здесь за одну ночь может пропасть 3 человека. Возможно, здесь живет не одна русалка, а несколько, только вдумайтесь в это, банда. Здесь много поплавков и снастей для удочки. Просто так это потерять никак не могли. Вряд ли все это могла утащить какая-то рыба. Здесь точно живет какой-то монстр. Если это вправду русалка, то мы должны найти ее дом или же пещеру. А там даже могут быть остатки людей, которых она убила. Мы только опустили дрон в рандомном месте, а здесь уже так много вещей. Что же мы увидим, когда опустимся еще глубже? И только посмотрите,
смотрите на эти чайники! Именно такие чайники используют рыбаки, чтобы варить чай! И их здесь целых два! Вряд ли их бы сюда просто так выбросили, банда! Давайте аккуратно попытаемся заглянуть внутрь! Может быть, там мы что-то увидим! Довольно темно и тяжело что-то рассмотреть! Но мне кажется, что в этом чайнике ничего нету! Второй же повернутый кверху, и в него попадает свет! И здесь лежат какие-то железные штуки! И совсем понимаю, что это такое! Если же, банда, вы знаете, что это, то напишите об этом в комментариях! Тем не менее, банда, мне кажется, что мы на правильном пути! Давайте плыть дальше, попробуем проплыть через все эти водоросли! Надеюсь, дрон не застрянет там! Я куда-то выплываю, посмотрите, здесь лежат еще поплавки! Их слишком много здесь, банда! Разве другие рыбаки не знают легенду про русалку, что так просто едут сюда ловить рыбу? Скорее всего, они не верят в мистику, но потом приезжают сюда и просто погибают! И обратите внимание, все эти снасти и поплавки выглядят довольно свежими и новыми! Скорее всего, что их хозяина убили совсем недавно! О, вы только посмотрите, здесь рыболовная сеть! Еще бы немного, мой дрон туда попал! Странно, что русалка ее не разорвала! Они же, по идее, должны защищать рыбы других речных обитателей! Но даже все эти сети обвешаны затерянными поплавками! Нужно аккуратно подплыть к ней! Я вижу, что по ту сторону что-то лежит! Но что именно, непонятно, вода очень мутная! И водоросли мешают, плохо видно, что там! Но мне кажется, что там еще поплавки, банда! Посмотрите на этот крючок, какой он милый, похожий на маленькую жабку! Тем не менее, банда, плыть эту сетку будет очень тяжело! На вид она довольно большая! Разве что попытаться с этой стороны! Но, как видите, сетка просто удерживает мой дрон! Идти напролом довольно плохая идея, но я попытаюсь! Дрон просто не может проплыть через нее, банда, вы видите? Придется плыть с другой стороны через водоросли! И вроде бы я спокойно проплываю, банда, посмотрите! Здесь еще больше поплавков, я уже сбился счета, сколько их здесь! Это же сколько невинных рыбаков эта русалка убила! Тем не менее, вы посмотрите, как красиво под водой! Если бы не подводный дрон, мы бы всего этого точно не увидели! Очередной поплавок, но за ним лежит что-то новое! Это же удочка, банда! Она разложенная, просто так бы ее не выбросили! Похоже, мы и вправду находимся в опасном водоеме! Все это время я надеялся, что это совпадение, то, что мы видели! Но теперь здесь реальные следы пропажи людей! И еще одна удочка рядом! Это уже похоже на спиннинг, банда! Это вариант удочки подороже, за такой бы удочкой ныряли, чтобы достать! Но она просто лежит! Когда знаешь, что это вещи мертвецом, на них совершенно по-другому смотришь! И так немного с трудом, но я выплыл куда-то, и вы только посмотрите на это! Здесь уже лежат вещи рыбаков, которых убили эти русалки! Просто посмотрите, как свитер выглядит страшно под водой! О, что это? Здесь лежит цепь! Неужели русалки связывали рыбаков, чтобы их потопить? Это очень страшная теория, но она вправду может быть так! Здесь очень много цепи, ими связана одежда! Что, в принципе, подтверждает мою безумную теорию! Здесь лежит темная кофта или же это штаны? Черт, я врезался! Окей, я выбрался! Что это? Посмотрите! Вы тоже это видите? Это что, человек? О, господи, его руки связаны! И одной руки уже нету, там только кость! Черт, неужели это труп, который едят русалки? То есть я был прав! Русалки реально связывают своих жертв, чтобы те не могли всплыть, и так они тонули! Как же это страшно выглядит, супрембанда! Надеюсь, что с нами такого не сделают, мы недалеко от берега сможем быстро убежать! Но если их будет много, то они точно нас затащат под воду! Здесь слишком опасно! Эти конечности человека самые страшные и жуткие, что мы только снимали под водой! Здесь много разных цепей, похоже, что ему связывали не только руки, но и все тело! Просто его уже сожрали эти русалки! От него осталась только рука и куртка! Как же это ужасно выглядит! Тем не менее, здесь еще лежат какие-то вещи! О нет, это похоже на детскую вещь! Вряд ли взрослый человек носил бы одежду с таким детским узором! Неужели русалки убивают и детей? Это просто ужасно, банда! Чем больше мы здесь плаваем, тем страшнее здесь находиться! Похоже, что нас реально не обманывали все эти жуткие находки, которые мы снимаем, просто жесть! Здесь точно живет монстр! Самые настоящие русалки! Но где они сейчас? Почему мы все еще их не увидели? Лежат только вещи их жертв! Похоже, что эти потерянные вещи даже боятся доставать с воды! О, господи, что это? Здесь черепа сложены!
же мне в рыбацкую сетку! Вы видите эту жесть? Черт, банда, как же это ужасно! Я просто в шоке! Это очень страшно выглядит! Я все еще не могу поверить, что мне удалось это снять! Это точно все дело рук русала! Так просто эти черепапы здесь не оказались! Но черт возьми, как же это страшно выглядит! Если бы я такую увидел своими глазами, я бы просто потерял сознание! Но на самом деле это где-то под нами! На данный момент глубина трона 20 метров! Мы очень глубоко! Я не по себе от этих черепов, реально жуткое зрелище! Русалки очень кровожадные существа! Давайте будем плыть дальше, мы уже близко к их логову! Я в таком шоке, супрем... Ты слышала это? Да, какой-то крик! Был крик девушки панды, надеюсь, было слышно! Похоже, нам уже нужно отсюда сваливать, мы здесь очень долго! Неужели русалки убили кого-то прямо только что? Нужно быстрее уже оплыть всю эту местность и просто валить отсюда побыстрее! Ох, банда, давайте уже быстрее покончим с этим! Нам явно пора валить отсюда, пока русалки нас не нашли! Я выплыл в какую-то пустую поляну, здесь просто ничего нету, лишь немного водорослей! Что происходит, где мы? Похоже, что это сам дно этого озера. Трон уже опустился на целых 32 метра. Это очень глубоко, банда. Он уже в 144 метров от нас. Но на этом дне просто ничего нету. Вы только посмотрите, там даже не видно края, как будто водоем бесконечный. Оставлю трон здесь, чтобы скрыться. Может быть, мы так увидим русалку. Они же могут пугаться, что какой-то механизм за ними плавает. О, господи, что это было? Неужели это хвост русалки, супрем-банда? Черт, вы просто видели, какой он огромный! Нужно быстрее плыть за ней, чтобы снять ее еще раз! Куда же она делась? Она подняла мул, и теперь я даже не понимаю, где я! Но давайте плыть просто вперед через все эти водоросли! Господи, вы только посмотрите на это! Это же настоящая русалка, банда! Какой у нее огромный хвост, я просто в шоке! Я не могу поверить, что мы реально смогли ее снять, это реально она! Наполовину рыба, наполовину человек! Какое же страшное существо! О, я пытаюсь его догнать, но мой дрон не справляется, она слишком быстрая! Надеюсь, что она плывет не к нам, банда! Я просто ее потерял и выпал где-то в другом месте! Нужно искать путь домой, чтобы вернуть дрон и валить отсюда, пока не поздно, иначе чувствую, мы не вернемся сегодня домой живыми! Здесь ничего нету, просто пустое дно, именно здесь живут русалки! Но как выплыть с этого пустого дна, я не понимаю! О, нет, что это? Русалка просто схватила мой дрон, и сигнал пропал на это! Я в шоке, банда, что это было! Быстрее уплываем! Русалка, похоже, ищет нас! Прямо сейчас она приплывет сюда, чтобы убить нас! Я в шоке! Настя! Это русалка, Настя, посмотри, они существуют! Нужно быстрее валить отсюда! Я просто в шоке, банда, они нашли нас! Нужно быстрее отсюда уплывать! Это полная жесть! Я в таком шоке, банда! Вот коммент из-под прошлого видео! Просто в какие они шикарные, идеальнейшие комментарии! И бандит, помни, оставайся таким шикарным. Пока!